Здравствуйте, самарские водители и пассажиры. Каждый вечер на телеканале «Самара ГИС» мы будем информировать вас о планируемых дорожных работах на оживленных участках улиц. В эфире дорожный прогноз на предстоящие выходные. Выходные в Самаре все еще обещают непогоду. Ремонтные работы будут проводиться в режиме, зависимом от погодных условий. Устойчивый ремонтный фронт наблюдается в Ленинском районе. На перекрестке улицы Шостаковича и улицы Фрунзе рабочие будут асфальтировать дорожное полотно. Продвигаются рабочие по улице Маяковского. Здесь на участке от Садовой до Галактионовской будет проходить заливка асфальта. А вот на улице Вилоновской фрезерованием охвачен участок от улицы Артебушевской до Садовой. Как вы видите, уважаемые водители, ремонтные работы в Ленинском районе проходят активно, поэтому в выходные постарайтесь заранее продумать свои маршруты. В эти дни начнется подготовка и асфальтирование улицы Ташкентской от местного проезда по Демократической до Московского шоссе. Если ваш путь пролегает через этот участок, то выезжайте раньше, чтобы добраться в срок. Обилие дорожной техники и рабочих ожидается на проспекте Кирова, на участке от Московского шоссе до улицы Новосадовой. Здесь закончилась подготовка дороги, и рабочие приступят к асфальтированию дорожного полотна. Дорогу перекрывать не будут, но возможны пробки, поэтому будьте внимательны. Продолжаются ремонтные работы на Заводском шоссе. Здесь активно идет фрезерование дорожного полотна, ямочный ремонт, демонтаж бортового камня. Улица Солнечная также будет под влиянием ремонтного фронта. Как и запланировано, на участке от 22-го партъезда до 8-й просеки продолжается вывоз гаражей, снос деревьев, демонтируются дождевые канализации. Перекрыт участок Солнечной от 8-й просеки до Георгия Димитрова. Здесь также обилие дорожной техники и рабочих. Помните, что ремонт дорог будет проходить гораздо быстрее, если вы сможете скорректировать свой путь и объехать данные участки дорог. Удачного вам пути и новой информации в понедельник в это же время!